Здравствуйте, уважаемые телезрители, я Святослав Савенков, рад приветствовать вас в нашей студии. Вы смотрите передачу «Разберемся». Данный проект мы, Одинцовское телевидение, делаем совместно с общественниками. Вместе с ними, а также с вами, уважаемые телезрители, мы стараемся разобраться с наиболее важными и актуальными вопросами в жизни Одинцовского района. Сегодня мы поговорим о вещах достаточно глобальных, выходящих, в общем-то, за границы нашего любимого района. Мы поговорим о Московской области, а именно о премии губернатора Андрея Воробьева под названием «Наше Подмосковье». Если у вас имеются какие-либо вопросы, предложения, наш телефон 508-86-84. Звоните в прямой эфир, задавайте вопросы, постараемся вместе со всем разобраться. Итак, в наших гостях сегодня участники этой премии и общественники нашего района Елена Викторовна Грибкова. Здравствуйте. Здравствуйте. Елена Викторовна, председатель комиссии по культуре, спорту и туризму, а также Галина Васильевна Рязанова. Здравствуйте. Здравствуйте. Победитель конкурса, можем поздравить, да. А также эксперт-консультант общественной палаты. Ну, насколько мне известно, все вы принимали участие в данной премии, да. Получили, в общем-то, награду, так что в первую очередь, победили. Повторюсь, да, победили, да. Повторюсь, поздравляю вас. Спасибо с победой. Я думаю, что, ну, очевидно, что эта победа, это признание, в общем-то, действительно заслуг ваших инициатив, каких-то проектов и так далее. Но давайте для людей, которые, в общем, не в курсе, да, что это вообще за наше Подмосковье такое, в двух словах, что это за премия, да, кроме того, что ее организовал наш губернатор. Да. Считается ли она вообще ценной? Если да, то почему? Да, дадим небольшую информацию для тех граждан нашего Одинцовского района, кто еще не знает или мало слышал об этом замечательном конкурсе. Премия «Наше Подмосковье» учреждена губернатором Московской области Андреем Юрьевичем Воробьевым в 2013 году. В этом году, получается, третий раз она проводится и присуждается в целях поощрения социальной активности и проявления гражданской позиции граждан за реализованные и реализуемые в настоящее время проекты по Московской области. Очень ценен этот проект тем, что он объединяет огромное количество граждан с активной жизненной позицией. В этом году конкурс на соискание премии «Наше Подмосковье» проходил с 15 мая по 4 ноября в несколько этапов. Первый этап – это был прием заявок, второй – оценка проектов, ну, естественно, награждение, да. Число победителей в этом году, вот тоже хочется особенно сказать, было 1945 человек. Ну, это символично, да, у нас такой юбилей, был 70-летие. Да, то есть наш губернатор, да, именно такую дату решил сделать, здесь обозначить, обозначить. Да, и призовой фонд составил 180 миллионов рублей. Всего в этом году было 10 номинаций. Но самое одно особенное, о которой хочется сказать, это по просьбе ветеранов Подмосковья в честь 70-летия Дня Победы в Великой Отечественной войне была учреждена номинация «Спасибо деду за победу», которая определяла и больше всего победителей, где-то 226 человек, да, должны были как бы победители в этой номинации. Ну, то есть получается, что, в общем-то, не оправдалось то, о чем многие, в общем, говорили, о чем многие так боялись, да, что это произойдет, что люди, в общем, отметят 70 лет и забудут. Да, нет, в общем-то, это продолжается. Продолжается, вот, в общем-то, да, отношения демонстрируются, да, в этом плане. Очень много интересных проектов, и вот они нашли. Да, наша комиссия тоже заняла по квадропробегу. Я думаю, Лена нам сейчас расскажет. То есть мы проводили. Действительно, да, сейчас была, поговорим, да, об этом. Сперва давайте примем звоночек от нашего, да, телезрителя. Хорошо. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Здравствуйте. Добрый вечер. Меня зовут Нина Ивановна. Я проживаю в Северной 4, Одинцово. У нас, мы, жители, вас просим. У нас дорожка тротуарная с улицы Северная к нашему дому. Вообще вся разбита, развалена, и такие дырки, что по ней ходить нельзя. Мы уже 5 лет бьемся, чтобы звоним везде и писали. Но нам говорят, что то кошки нет, то денег нет. Помогите нам, пожалуйста. А кому звонили, Нина Ивановна? У вас управляющая компания какая? Ой, я даже не знаю, какая. Мы звонили, вот наша ЖО-10, и все, вот туда звонили. Ну, говорят, кошки нету, денег нету.
Ответ. Понятно, ситуация, Нина Ивановна, смотрите, это, конечно, ну, не тема сегодняшнего прямо эфира, но мы сегодня принимаем, как и всегда, любые звонки, в том числе по вопросам ЖКХ, я уверен, комиссия по ЖКХ с огромным интересом примет это заявление, приедет наверняка к вам на ваш объект и посмотрит. Действительно, с таким вопросом, я уверен, им будет очень интересно позаниматься. Спасибо большое за ваш звонок. А я напоминаю, уважаемые телезрители, что наш телефон 508-86-84. Сегодня мы говорим о губернаторской премии «Наше Подмосковье». Однако, если у вас есть любой вопрос по любой теме, любое предложение, звоните, не стесняйтесь, мы принимаем любые звонки, передаем их в общественную палату по тем комиссиям, которые занимаются непосредственно этим вопросом. А сегодня у нас в гостях комиссия, которая занимается спортом, культурой и туризмом. Звоните 508-86-84. Ну что ж, давайте вернемся к нашему основному сегодняшнему топику разговора. Итак, премия «Наше Подмосковье». Действительно, очень большое количество победителей, 1945, большое количество участников. Да, да. И вы говорили о 10 номинациях, да? Да. Каких это номинациях? Ну, наверное, всем они известны. «Новые возможности», «Доброе сердце», «Наследие Подмосковья», «Творческое Подмосковье», «Гражданский диалог», «Активное Подмосковье», «Облик Подмосковья», «Экология», «Больше, чем профессии». Вот новая как бы номинация. Спасибо деду за победу. Ну, некоторые номинации достаточно понятны по названию, о чем, а некоторые вот не вполне. Можете вот расшифровать и так, ну, обозначить. Какие сферы вообще жизни у нас социальные были затронуты участниками данной премии? Ну, вот «Доброе сердце», например, да, это, наверное, вот волонтерская какая-то работа, работа с особенными детками, с людьми с ограниченными возможностями, да, это вот эти вот проекты. «Творческое Подмосковье», да, это наша культура нашего Одинцовского района, да, подавали проекты. Вот. «Экология Подмосковья» тоже очень актуальна, потому что вот мы можем сказать, что у нас из общественной палаты 4 человека победили именно в этой номинации «Экология Подмосковья», потому что это, конечно, актуальная тема, да, чистота нашего района и вообще Подмосковья. То есть фактически получается по всем, да, номинациям действительно было большое количество. Не было никаких там провисающих сферы. Номинаций, которые действительно оказались в чем-то невостребованными. Да нет, Святослав, мне кажется, это настолько все продумано, вот эта премия замечательная. И вы знаете, мне хочется очень сказать, что наши творческие неравнодушные жители Одинцовского района в этом году приняли активнейшее участие в этой премии. Было отправлено рекордное количество заявок, 1870 77. И среди от всех нашего района. Да, именно от нашего Одинцовского района. Место. Да, среди муниципальных образований Московской области мы заняли второе место, это после Химок. То есть есть еще куда спешить, самое, но уже. Но что самое важное, да, по качеству проектов проект наш Одинцовский район занял первое место. У нас 97 по качеству проектов. По качеству, да. То есть по количеству победителей вы имеете в виду? По количеству победителей, да, у нас 97 победителей. То есть, же, у нас имеется еще один звоночек. Давайте после этого продолжим. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Людмила Васильевна. Я, конечно, рада премии, когда люди получают, но вот когда стоишь на нашей вокзальной площади, я уже не знаю, просто даже вот сегодня мне уже, честно, не выдержала. Такая грязь. Это, и кто виновник? Наши вокзальные микроавтобусы, автобусы пьют кофе, бросают бутылочки из-под воды, бросают пакетики, и никто не убирает. Вот я уже хожу, ну, часто на рынок, и мы стояли сегодня, возмущались в очереди, ну, как так? Запустили нашу площадь привокзальную, казалось, лицо. Люди приезжают, смотрят на наш город при въезде, и мне даже стыдно было. Ну, кто-то же должен когда-то убирать. Что случилось с нашим городом? А вы это именно сегодня увидели? Вот, то есть да какой сегодня? Я уже каждый день туда езжу, и месяц уже как там не убирается там. Когда дождь начинает идти, все это плывет. Бутылки смятые, притом колесами. Вот эти баночки, вернее, потом эти чашечки из-под кофе. Все это размято, все это... Вода льется, дождь, это все всплывает. Потом, видно, ветром все это разнесет по углам, по бордюру пробьет.
И вот пенсионеры так возмущались, куда смотрят. Я не знаю, что рынок там такой богатый, но неужели там нельзя найти дворника? Людмила Васильевна, а такая ситуация, она как-то вот складывается ближе, может быть, к вечеру, когда, ну, понятно, что какой люди вечер? Же не могут убираться. Я рано утром. Сутки. Прям нет, с утра, нет, да, нет. То есть всегда там вот. Нет, это не к вечеру. То есть создается впечатление, что это неубираемый мусор, да? То есть да, оставшийся с прошлого. Да. Или он с этих контейнеров разносится у них. Ну что ж, да, действительно. Я сама лично видела, как человек попил кофе. Да. Кофе попил, ага. И тут же с автоланника маленького этого бросил на землю. Я с вами соглашусь в том, что действительно, в общем-то, вокзальная площадь — это лицо нашего города, потому что ну, действительно, тысячи людей ежедневно приезжают в Одинцово через непосредственно по железным путям, на электричках, на поездах. Так что спасибо большое за это заявление. Насколько мне известно, общественная палата, в общем-то, достаточно даже по опыту нашей с вами работы часто устраивает рейды. Да, и такой, в общем-то, опыт такой работы, оно достаточно приносит свои плоды. Нужно выходить на железнодорожников, я думаю. Ну, мы передадим. Наверное, опять или в экологию, наверное, либо комиссию. В экологию, или скорее ЖКХ. Всего. Ну, да. Они же там, я думаю, на месте разберутся. Может быть, какая-то межкомиссионная коллегия будет создана. Может быть, действительно, наши общественники выйдут на место и действительно посмотрят, откуда берется этот неприятный инцидент с мусором. Ну, действительно, да. Мусор — это как раз-таки то, что всегда бросается в глаза. И, в общем-то, то, что, наверное, в первую очередь-то и надо убирать. Чистота — залог здоровья. Все верно. Ну что же, возвращаясь к нашей сегодняшней теме, наше Подмосковье, да, мы говорили о том, сколько людей у нас отправило на заявки, сколько победили. И мы с Навальной так детализировали, в общем-то, что у нас за номинации имелись, сколько людей там подавали по таким-то номинациям, сколько по таким-то. Ну, не могу спросить. В общем-то, вы тоже у нас, насколько я уже участвовали, знаю, да, активные, анонсировал. Мы активисты, участвовали. Мы должны что быть делали? В первых рядах. Что за да. вас Ну, у нас уже проработанные, отработанные проекты. Я подавала 2 проекта по спорту, и вот победным оказался проект по нашему квадропробегу, который мы по отдаленным памятникам. Совместно с байк-клубом, да. Если я ошибаюсь. Квадроциклисты. Да, ну, знаете, Святослав, я считаю, что это не личная моя победа, а это наша командная победа нашей комиссии по культуре, спорту и туризму. Потому что мы долго вынашивали этот проект, воплотили. Он оказался очень массовым, очень понравился всем. Да, очень вот, ярким, и поэтому насыщенный. Ярким, да, приняло участие большое количество людей, детей, что немаловажно. Очень хочу поблагодарить вот Галину Рязанову, очень хочу поблагодарить Владимира Борисовича Гугнина. Очень хочу поблагодарить Михаила Евгеньевича Деканя, которые вот работают в нашей команде. Большое им спасибо. Мы, насколько я помню, уже, конечно, говорили да, об этом весном, но было. В двух словах. Все-таки давайте напомним, что за квадропробег. Это был, к чему его приурочен? Это приурочен. Он был 70-летию Дня Победы в Великой Отечественной войне. И мы затрагивали именно отдаленные памятные места, которые где были не охвачены, где да. шли бои. Мы взяли сельское поселение Ершовское да, и проехались вот по таким значимым местам и показали людям какие-то памятники, которые даже мы, когда стали искать истории, оказалось очень интересные и значимые для нашей победы. Галина Васильевна, ну, насчет истории я, в общем-то, немножечко покривил душой, когда начал спрашивать, чем вы занимались в рамках премии, потому что я как раз-таки знаю, видел ваш проект, но давайте расскажем нашим зрителям, что вы, в общем-то, делали и как это у нас связано, как ни странно, одновременно и с экологией, и с историей, в общем-то, мест, где вы обитаете, где вы проживаете. То есть вы имеете в виду личный мой проект? Конечно, который да, именно так. Да, я подавала несколько проектов, но проект, который выделили эксперты, за который мне дали премию, это проект «Красивые берега реки Малоодельной в селе Андреевском». Это близкий очень моему сердцу проект. Я уже 5 лет занимаюсь им. А у нас в каждой большой семье всегда любят младших. И маленькие реки, которые втекают в нашу большую реку Москву, они как бы всегда на задворках, и о них забывают. И вот 5 лет я с нашими жителями села Андреевского я боролась за то, чтобы привести в порядок речку Молодельню. Было даже того, что мне говорили, что там речки нет. То есть я даже получала документы в Министерстве водных ресурсов о том, что да, она протекает. У нас есть большой пожарный
пруд. Вот мы эту премию хотим посадить красивые посадки, яблоневый сад у нас в задумках с жителями, и сделать пляж на пожарном пруду, сделать и пожарный пруд расчистить. То есть у нас очень много исполнено и очень много что хочется сделать для жителей именно села Андреевского, потому что история села Андреевского начинается в 13 веке, когда Иван Калита передал своей жене вот это наше село. То есть это самое старое село нашего Подмосковья. И хотелось бы, конечно, нашим детям и внукам оставить эту красоту, которая вот не испорчены. Ну, действительно, пейзажи, в общем-то, России это всегда, всегда было, да. Они всегда были неотъемлемой частью нашей культуры и вообще самого ощущения, понимания, да, того, что такое Россия. Пейзажи, в общем-то, речные, я думаю, всем нам известно, вдохновляли всегда наших художников, поэтов. Так что, я думаю, прекрасная работа. Еще раз поздравляю вас с ней, с этой наградой, признанием. А сколько вы вот в эти 5 лет, да, сколько людей трудились над этим проектом? Ну, у нас начало... Даже, знаете, не хочется даже как-то это проектом называть, какое-то такое новобудное слово, работая, да, вот сколько работали над этим, сколько людей труд свой прикладывали к этому? Начиналось у нас с моей семьи и наших соседей. Сейчас, так как у нас село становится, очень много молодых людей стали жить в нашем селе, и у нас сейчас, вот мы этой осенью делали посадку, до премии мы берега рассаживали деревьями, дубами и дикими яблонями. У нас принимало около 20 человек. То есть вот приезжали те же квадроциклисты, то есть и вот участвовали в расчистке и посадке. То есть, ну, много сил отнимает? Нет, ну это в основном как бы борщевик летом мы убираем, потому что, чтобы он не разрастался. И в основном осень и весна, когда видно, где можно работать с берегом и убрать мусор после зимы. То есть это, ну, не сказать, что прям каждый день, но такая работа, она... Чудесная работа, да. Галина Васильевна. Третий раз, не жаль, поздравить вас с победой в этой премии. И благодарю, что вы к нам сегодня приезжали. Уважаемые телезрители, не так давно премия «Наше Подмосковье» для этого года была окончена, были подведены итоги, и победители были награждены. Предлагаю вам посмотреть, как все это проходило, узнать, как именно отличился наш Одинцовский район. Всего в губернаторском конкурсе приняло участие около 24 тысяч проектов. 1945 из них отметили премиями первой, второй или третьей степени. Это очень символично в год празднования 70-летия Великой Победы. От Одинцовского района было подано рекордное количество заявок – 1877. С самого утра в Крокус-Сити-Холле в рамках форума «Инициатива» прошла выставка проектов участников и номинантов премии. Испытываю чувство благодарности, чувство гордости за то, что мне, значит, предоставилась возможность участвовать в номинации «Спасибо деду за победу». Участвуя в номинации, я воздаю должное прежде всего стойкости, терпению, мужеству нашего народа. Работали и 10 тематических секций по количеству номинаций премии «Наше Подмосковье». Все те же знакомые названия, среди которых «Спасибо деду за победу», «Новые возможности», «Доброе сердце», «Наследие Подмосковья», «Больше, чем профессия». Авторы обсуждали свои проекты с коллегами из других муниципалитетов, делились проблемами и опытом. Поддержать наших активистов приехал и глава Одинцовского района Андрей Иванов. Я хочу спасибо сказать всем нашим активным представителям гражданского общества, я так бы называл, всех тех, кто подал заявки. Действительно, в этом году у нас рекордное количество, 1877 заявок на премию «Наше Подмосковье», которую учредил Андрей Юрьевич Воробьев. И у нас есть ощущение, что мы и по победам тоже должны быть представлены максимальным количеством. Поэтому... Если сравнивать с прошлым годом, то это количество заявок, поданное буквально в 3 раза больше, чем в прошлом году.
Это говорит действительно об интересе, об активности наших граждан, о том, как мы плотно и плодотворно работали со всеми общественными организациями, всеми, кто эти проекты готовил и создавал и реализовывал в нашем районе. После обеда началась церемония награждения победителей конкурса «Наше Подмосковье». Более 6 тысяч участников и номинантов со всех уголков Московской области собрались в концертном зале имени Муслима Магомаева. С приветственным словом к ним обратился глава региона. Сегодня кульминация. Сегодня жюри отдельно, проделав огромную работу, назовет самых лучших. Конечно, это всегда волнующий момент, это всегда непросто. И я уверен, что весь этот отбор, кропотливая работа была сделана профессионально и по достоинству. 10 первых премий в размере 335 тысяч рублей каждая вручили победителям известные общественные деятели, спортсмены и люди искусства. Среди них Алексей Леонов, Оксана Пушкина, Ирина Слуцкая, Евгений Князев, Егор Кончаловский. От Одинцовского района в номинации «Доброе сердце» премию первой степени получил проект «Ничейный случай». Над ним трудился поисково-спасательный отряд во главе с Екатериной Герасименко. Среди победителей конкурса оказались и мои коллеги Галина Поликарпова и Мария Подъяполь. С проектами «Агроньюз» и «СосТВ». Они получили третью премию. Были и те, кто собственным примером доказал, что способности человека могут превосходить его возможности. Благодарность всем, потому что нам созданы условия для того, чтобы мы плодотворно трудились, сами работали, зарабатывали и вкладывали неоценимый экологический вклад в район. Подробный список победителей появился на сайте премии «Наше Подмосковье» сразу после церемонии награждения. Эта премия – существенная поддержка для всех активных граждан, общественных, некоммерческих организаций, объединенных общей целью – сделать жизнь Московской области лучше и комфортнее. Ну что же, как видим, довольно масштабное, довольно крупное мероприятие у нас недавно прошло. Я предлагаю принять еще один звоночек. После этого мы вернемся к вопросам премии «Наше Подмосковье». Вы в прямом эфире. Здравствуйте. Мы вас слушаем. Алло. Алло, вы меня слушаете? Вас слушаем, конечно. Здравствуйте, здравствуйте. Ольга Николаевна Иванова. Так. У меня к вам один вопрос. Так. Что 155? Это что такое? Ох. Не у вас одной, насколько мне известно, этот вопрос, я правда, понимаю, слава богу, не к нам, у меня одной. Даже у правоохранительных уже органов имеется. Полный пай в 13-м году, дальше что мне делать? Вот что мне делать? Я с вами разговариваю. Смотрите, насколько мне известно, ситуация со СУ-155 действительно очень сложная, причем, что хорошо, если тут вообще имеет смысл искать что-то хорошее в этой сложившейся ситуации, а ее никто не собирается замалчивать. С этой проблемой работают уже и власти, и нашего района, и Московской области, и федеральные, и правоохранители. Так что, как минимум, это ситуация, которая не останется, знаете, как раньше было принято, не озвученной, не сойдет на нет, это точно. А по конкретной ситуации, насколько мне известно, опять же, СУ-155 отметилась, скажем так, на многих объектах. По каждому из них работает наша общественная палата. Я уверен, что комиссия по ЖКХ и, да, в общем-то, СУ-155, по меньшей мере, сейчас друг друга знают очень хорошо. Мы ваши данные, ваш конкретный объект проблемный обязательно передадим в общественную палату, в комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству. Они с вами свяжутся, окажут вам всю необходимую консультационную поддержку и, по возможности, может быть, какую-то иную, если, конечно, смогут помочь. Спасибо за звонок. Ну что же, давайте вернемся, да, к нашей теме. Да, достаточно, правда, большой у нас праздник прошел. Да. Даже после всех этих жилищно-коммунальных моментов, даже, да, опять, да, же, да, вот, да, сложно возвращаться, да, к этой атмосфере. Но, тем не менее, проблемы действительно, людей, многие, да, люди отметились как люди, которые действительно проблемы разрешают, где-то кому-то помогают, кого-то на что-то вдохновляют. Мне известно, что общественная палата нашего района довольно активно приняла участие в этом конкурсе. Да, все-таки, Святослав, мне хочется об этом сказать не понаслышке, а я как бы вела эту работу, что наша общественная палата очень активно принимала участие в проекте, вот, в конкурсе губернатора премии «Наше Подмосковье». От наших активистов было подано 76 проектов на конкурс. Даже мы перевыполнили свой план, у нас там были небольшие ограничения,
приняли участие буквально все комиссии. Например, от комиссии по культуре, спорту и туризму был отправлен 21 проект, за что им большое спасибо, молодцы активисты. Также Общественная палата принимала очень активное участие в экспертных комиссиях по защите проектов. Это у нас проходило в два этапа. Первый раз проходила в волейбольном комплексе. То есть в этот день любой желающий, кто подал заявку на конкурс премии губернатора нашей Подмосковья, могли прийти и защитить свой проект. В этот день, конечно, столько было желающих, что просто физически невозможно было всех даже выслушать и уместить в зале. Наши общественники работали до самого вечера, до самого последнего человека. И администрация нашего района было выдвинуто, как бы принято решение еще назначить второй день по защите проектов. Наши активисты тоже. Потому что это, ажиотаж действительно был таков, что пришлось. Да, кто не смог в первый день попасть и защитить свой проект, мог уже прийти в администрацию, это было Одинцовского района в зале, в актовом зале, тоже могли прийти и защитить свои, как бы, свои премии. Ну, я так понимаю, у нас сегодня здесь еще один победитель премии, да. Виктория Викторовна Степанова. Да, и знаете, было очень приятно, когда вот 7 декабря на форуме неравнодушных людей инициатива в Крокус-Сити-Холле мы узнали, что от общественников у нас 12 человек в победителях. Вот. И я считаю, что хочу, во-первых, поздравить всех с заслуженной победой. И я считаю, что у нас в Общественной палате подобрались такие самые активные, самые неравнодушные, самые сильные очень общественники. Такая вот у нас хорошая команда. И, конечно, сегодня мы не могли всех, да, разместить на нашей передаче, всех победителей. Но вот хотелось бы сказать о 5 победителях, которые взяли вот вторую премию. Среди них Виктория Викторовна. Также у нас победили Налепова Светлана Геннадьевна, Кузнецов Антон Валерьевич, Афиногенова Наталья Николаевна, Ванчикова Екатерина Владимировна и вот Степанова Виктория Викторовна. Ну, в общем-то, все фактически завсегдаты кроме вас, активисты нашей передачи. Ну, Виктория Викторовна, расскажите, что был за проект, в общем-то? Что у вас так получилось хорошо сделать, что это, на это обратили внимание? На самом деле, действительно, я была в полном восторге, когда увидела то, что мы победили в этой номинации, потому что мы действительно еще зеленые, мы только в начале своего творческого экологического пути, мы победили в номинации, второе место взяли, «Зеленая волна» с проектом. Это экологическая организация, направленная на, в первую очередь, улучшение жизни и качества населения Одинцовского района, воспитание экологического молодежи. Начали мы свою работу в марте 2015 года, и пришло к нам такое сознание, чтобы создать такую экологическую организацию. Но, как видите, проектов мы уже много сделали, и сам проект, когда предоставили на премию «Наше Подмосковье», на самом деле не предоставляли себе возможность, что мы ее выиграем. Я могу сказать одно, что люди пусть участвуют, пусть остаются неравнодушными, активно проявляют свою гражданскую позицию, потому что действительно это работает. Да. Ты присылаешь какие-то свои идеи, мысли и думаешь, наверное, это не получится. Наверное, ты не тот человек, который получит эту премию. А когда ты ее получаешь, ты понимаешь, что ты делаешь все правильно, ты двигаешься в правильном направлении. У нас очень много интересных проектов, которые мы сделали по «Зеленой волне», один из которых я могу рассказать про него. Мы присоединились к международной акции, допустим, ЮНЕП. Мы разместили по всем местам массового скопления людей вот такие вот таблички, я не знаю, кто видел, кто их, конечно, не видел, показывайте. Да? Вот, их на самом деле их очень много. Я взяла только вот на работу на велосипеде. Это, кстати, тоже акция, которая у нас проходила. У нас в Одинцовском районе все активно присоединились, поставили свои машины, я в том числе, и поехали на работу на велосипеде. Действительно, обалденный вариант, потому что едешь. Воздух, птички поют, красота. Да, действительно, очень интересная задумка. И я думаю, что мы к ней обязательно еще раз вернемся. Я думаю, вот больше, такие, чем один раз, потому что акция довольно известна, да, в России. Да, да, да. Значит, вот такие вот интересные плакаты. Переверни. А, вот, да. Переверни, да.
Вот они были размещены. Также мы убрали очень большое количество мусора около Молодежной улицы. Раздавали ленточки прохожим, «Зеленая волна». Ну, это такое самое знаковое событие. Ну, видите, вот как раз сегодня нам еще одну точку назвали — Вокзальная площадь. Там да, Вокзальная площадь, действительно, надо убираться. Ну, сперва рейды, да, потом будем уже принимать решения. Вы знаете, самое интересное, ничего не начнется, пока ты сам на самом деле не встанешь и не будешь делать. Можно много разговаривать, много рассуждать о том, что, чтобы кто-то это сделал, нужно собраться и идти. Ну что же, Виктория Викторовна, Елена Викторовна, благодарю, что вы к нам сегодня приходили. Спасибо. Поздравляю повторно вас с победой в действительно довольно важном, крупном мероприятии. И приходите к нам еще. Спасибо. Уважаемые телезрители, вы смотрели передачу «Разберемся». Сегодня мы говорили о премии «Наше Подмосковье». Познакомились с некоторыми проектами-победителями. Если у вас имеются какие-либо вопросы, наш телефон 508-86-84. Звоните, оставляйте свои заявления, предложения. Мы обязательно передадим их в Общественную палату Одинцовского района. Кроме того, вы можете воспользоваться формой обратной связи на официальном сайте Общественной палаты или написать электронное письмо. С вами был Святослав Савенков. До встречи через неделю.